товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета министров Союза СССР. Счастлив доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Четырехсуточный полет на космическом корабле «Восток-3» успешно завершен. Во время полета поддерживалась надежная связь с кораблем «Восток-4». Все приборы и системы корабля работали безотказно. Самочувствие отличное, готов выполнить любое новое задание партии и правительства. Майор Николаев. Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета министров Союза СССР, рад доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства успешно выполнено. Многосуточный полет корабля «Восток-4» успешно завершен. Корабль «Восток-4» показал большую надежность в работе. Самочувствие прекрасное. Готов к выполнению любого задания партии и правительства. Подполковник Попович. Прозвучал государственный гимн и артиллерийский салют в честь героев-космонавтов, в честь великого подвига нашего советского народа. Вот сейчас дети идут, пионеры, вручают цветы героям, руководителям партии и правительства, родителям космонавтов. Сколько торжества! Сколько сердечного тепла в этой незабываемой встрече.
как встречаются небесные братья. Вот и наступила и встреча с народом волнующая. Вот кто-то из летчиков сейчас, из друзей обнимает. Спасибо, Марин. Вы слышите? Возгласы России, верные сыны, ура! Да, это верные сыны нашей России, нашей советской отчизны. А сколько еще горячих сердец ждет дорогих героев на улицах Москвы? Как выразить все то, что чувствуете сейчас в эти минуты вы, сидящие у своих телевизоров и переживающие вместе со всеми эти торжественные, эти радостные минуты встречи? Народ. Это жар человеческих сердец переплавляется в слова приветствия. И вот Никита Сергеевич по-отечески ведет сынов наших, сынов партии.